Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Сейчас мы выполним упражнение номер 4 на странице 95 учебника математики для 3 класса автора Марон. Если идти по прямой, то от дома до моста 120 шагов. Длина моста 80 шагов, а от дома до магазина 240 шагов. Сделай схематический чертеж и узнай, каким может быть расстояние от магазина до моста, если дом, мост и магазин находятся на одной улице. Ну, вот примерно такой вариант. Дом, мост, магазин. От дома до моста 120 шагов. Длина моста 80. 120 плюс 80 равно 200. Теперь от дома до магазина расстояние 240. Из этого расстояния мы вычтем расстояние от дома до моста и сам мост. 240 минус 200 равно 40. 40 шагов. Расстояние от магазина до моста. По второму варианту у нас может быть так. Магазин, дом, мост. И тогда мы расстояние от магазина до дома 240 шагов прибавим расстояние от дома до моста 120 шагов. 240 плюс 120 равно 360 шагов. Расстояние от магазина до моста. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.